Видно. Сергей, тебя слышно, нет? Да. И видно тоже. Не видно? Видно. Ну все на этом. Я знаю, тут будут осуждать, что, дескать, молиться надо дверь закрыть. Они забыли о том, что комната, домашняя церковь, молились, говорит, по домам. Мы ее расширяем, стены. Люди приходят, молятся, по домам молились. Так что ты знаешь, что ответить им этим лицемерам. Хлопка нашего добавить. Боже милостив, будь мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчестное согрешил, Господи, прости меня грешным, помилуй. Достойно есть, якого истину, блажите тебя, Богородицу Пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую херувим и славнейшую, воистину Серафим, без истления Бога Слова, рожившую, сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй и спаси нас, яко благости человека любит. Аминь. Боже, милостив, будь мне грешному, создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчестное я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитву святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешный, яко не коли же благое сотвори пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойно, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всяких скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаж, ангельскую песнь попеем Ти сильный. Свят, 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 еси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвиг меня, си Господи, умы просвети сердце, с неба и отверзи. Твоя же петь эти, святая Троица, свят, 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 еси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи, свят, 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 еси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, и ко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался на меня ленивый и греш, не погубил меня с беззаконием моими, но человеколюбцем и обычно, и в нищании лежащего воздвигл меня, еси. Мои же утренние славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтири гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всей землей да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницу Твою и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манасия, Ефрем крепость главы моей, Иуда скипетр мой, Моав умывальная чаша моя. На Едома простру сапог мой, над землею филистимскую восклицать буду. Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас? И не выходишь, Боже, с войсками нашими. Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Боже, хвалы мои, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные. Говорят со мной языком лживым, отсюда окружают меня словами ненависти. Вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут они его, дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, а жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его и грех матери его, да не изгладится». Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле. За то, что Он не удумал оказывать милость, не преследовал, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его, и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злою на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу». Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось стука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познать, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется, да облекутся противники мои бесчестием. И как одеждою покроется стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его.
ибо он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, Господь Иисус Христос, по своей многой любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоей, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей, многие в щедротах и неизреченные в милости, ибо Ты сказал, что верующий в Меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня, ибо Ты Бог мой Создатель». Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел, оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной. И да не похитит меня сатана, не похвалится слово, что оторг меня от Твоих рук и ограды. Ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее. Погиб я бы ты, Бог мой, чревоматери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтоб снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. И избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний. Ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Никита, Владимир, Роман, Надежда. У тебя левая рука есть, но неужели трудно взять в левой, а правой крестись уже? Трудно. Уже запутался. Видишь, как полезно менять иногда тактику, натягивать. Приглядывайтесь, как обстановка-то меняется. Варвары приходят, люди знают, где молиться. Я должен все время делать замещание. Все правую взял. Понимаете, как? Просите у Бога доброго разума на добро. А подсматривать друг за другом – это очень легко. Нас попросили, чтобы видеть, как молиться. Люди не знают, как постоянно, каждый день почти просят. Мы им показываем. А если такие ролики спрашивают, где у вас есть, я сразу выставил. 43 ролика выставил. 43.
где мы молимся? В путешествии, в дороге, ночью, у костра, дома, в детском лагере. Это только я в течение 2 часов набрал. Это не все. Так это только на одном Ютубе лично наши молитвы-то. Так-то можно взять, где и архиереи молятся. Вот так, то есть в любой обстановке ты должен молиться, славить Бога. Почему написано «постоянно молитесь»? Я уже заранее знаю, как это будет выглядеть. Стали молиться, а написано «закрой за собой дверь». Правильно, закрой. Вот вчера у нас пошел Никита, дверь толкнул и не закрыл, а я сижу, не слышу. И в комнате как улица сделалась. Когда коснулся, дверь открыта. Закрой дверь. Вот это хорошо. А как видите, как молятся. Это храм. Молились по домам. Мы стены расширили дальше. Не надо лицемерить. А никто не видит. Тогда и храмового служения не надо, как Лев Толстой понимал. Так можно договориться до чего угодно. Не можешь молиться где? На углах улиц останавливались. Они получали что? Похвалу. А ты можешь кирпичом получить сегодня. Сделайте маленько поправку-то. Ну нельзя так дубово мыслить-то. Мозги-то в булыжник превратили. А я твердый. Не твердый, а глупый. Человек меняет тактику. Апостол Павел для всех сделал совсем. И на молитве надо просить. Из храмового служения дома после молитвы надо даже уйти другие совсем. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословен ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родила Иси Христа Спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила честного животворящего креста Господня, не остави меня грешного, уповающего на тебя. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое. Победа на сопротивные дары твое, сохраняя крестом твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, родителей, сродника, благодетеля, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Рея и Акима болящего, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосиму, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, и весь священнический иноческий чин, и высшие истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Господи, помяни милости Твоей и награди дарами диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора. И помилуй нас, и дай нам еще священника, если угодно Тебе. Смири власти и воинств Твоих, наведи страх Твой на них, дабы знали они, что над ними есть Ты, Царь царствующих и Господь господствующих, и сохрани их от покушения на них. Дай им веру Твою святую, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. И научи нас ценить это доброе мирное время. И приготовь народ сей к великим и страшным испытаниям, грядущим на вселенную, по слову Твоему, изреченному пророками и Тобою, Христе Боже наш. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться и обнаружить все наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и сохрани нас от всякого зла. И сей день да будет посвящен прославлению Твоего святого имени и дел Твоих дивных. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, воровы, нечистой силой живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. И пришли добрых жителей с детьми, и сохрани школу там, послушных заповедей Твоим, любящих истину Твою. Как угодно воле Твоей святой, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их.
Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину. Расширь пределы общины, всех побуди на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Ищада их, Валентину, Алексея, Валерию, Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нина, Анну, Юрия, Георгия, Людмилу и все, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Аллилуйя! Господи Боже наш, услыши молитву о враждующих против нас и злословящих. Закрой их в живое уста и дай им страх Твой. И в судный день не помяни их безумие. Обрати их на путь покаяния и примири с нами. Воздай милостями всем благодетелям нашим. Елену, Евгения, Евгения, Наталью, Владимира, Максима. Наставь их на путь спасения. Посети болящих. Укрепи их. Дай силу прославлять Тебя и в болезни. Сразу скажу, вчера батюшку увезли в больницу, и ночью сделали операцию, аппендицит. И вроде бы лопнул, там может воспаление быть. Так что, кто знает, слышит, можете помолиться. Благослови Господи. Сергея, Сергея, Сергея. Александр, Алексея, Алексея, Александр, Анну, Анну, Нину. Валентину, Валентину, благослови. Василия, Фаину, Акелину. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов, ибо все в свое время окажется полезным. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! И сохрани наше сокровище сайт и формы, что на нем и трудящийся Игорь, Юлия, Дмитрия, Виктор, Гаврила, Ольгу, Василия, Сергия. Аллилуйя! Путешествующих Раису, Льва, отступников Николая, Михаила, найди. И всех их знаешь, не дай им погибнуть. По милосердию Твоему простри к ним Твою пронзенную десницу. Извлеки их из пропасти рва, куда они впали по небрежению к жизни своей. Аллилуйя! Сохрани нас здесь, и между нами да будет мир, любовь. И все наше родство найди. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресение жизнь вечно отошедшая от жизни сей. Ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил бы родителей, сродников и всех православных христиан и новопредставленных Олимпиаду, Агафию и Иоанна. И сотворим вечную память, вечный покой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, воочи. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, благодарю Тебя, Господи Боже наш, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Воздай милостями всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе, Марии, Михаилу и Анну. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешним,
Благодарю тебя, ангел мой, сколько лет ты хранил душу мою, спасая от видимых и невидимых опасностей. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дар и жилье. Сергей и Гавриил. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи Боже наш, хвала Тебе! Честь Тебе и поклонение за все Твои милости. Молите Бога о нас, святые пророки, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Яиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога нас, святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, надарит Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин, философ, Косма и Дамиян, Андрей, Стратилат и Ерон, мученик, Климент Римский, Климент Танкирский, Анфим, Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф. Да укрепит Господь избранных своих, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. И даруй веру Вениамину, Анфиму, и устраши родителей за ложное воспитание. Молите Бога нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ева, Сергий, Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник, Июния, Киприян и Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, избави от непокорства Галину, семейство Евгению, Надежду, 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 Светлану, Марию, Раису, Ларису, Марину, Юлию, Елену, Людмилу, Галину и Анну. И прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини, Господи, молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, Владыка неба и земли, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи. Слушает и дослышит раб Твой.
Аминь. Доброе утро. Далее мы начинаем сейчас работать. Сразу насчитываем это. Так что можете уходить. Я не знаю, тут они мешать будут, нет, кто был. Я спрашиваю, Никита. Что? Если они останутся, они мешать будут, нет? Вы будете мешать? Можете уйти. Мы будем насчитывать сейчас блаженного Феофилакта. Каждое утро два ролика по полчаса, а потом события дня насчитываем. Вы их можете уже в интернете найти. Нет, микрофоны выключим, мешать не будем. У меня маленькое замечание. Вы наушники с микрофоном не... Сейчас вот Никита кланялся, и шум такой, микрофон-то двигается. И вы, когда говорите, вы не держите микрофон в руках, вы положите его на стол. Хорошо, хорошо. Разговора не было. Мы не знали, как, хотели как лучше. Думаем, ну, далеко, вам... может быть, не слышно будет. Отлично слышно. Вы подальше, наоборот, микрофон. Так, что сейчас делать? Выключить, а вас отключить, чтобы вас не слышно было, да? Нет. Вы когда молитесь... Или нет, когда сейчас, голосите, нет, сейчас не о молении, напомните... сейчас, в данный момент, уже нам... Пойму характер ваш. Отключить их или что? Ну давай тогда, отключай, надо... отключайся, ну, совсем, будем... уходи. Володя, на помощь пиши, быстрее. То-то я понял о молитве. Он говорит, мы выключим сами микрофон и мешать не будем. Ну делайте как лучше. Так, садись. Делай все там. Сейчас я сразу вывожу это. Так, минутку. Колосся нам надо найти. У нас идет очень благополучно все. Как мы говорим. Ctrl-F, Ctrl-V. И еще. Где? Вот она вышла. Так, приготовились. Смотри за цифрами. Ошибки не должно быть. Так, тихо. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 116. Мы озвучиваем Новый Завет, толкование блаженного Феофилакта с комментариями. Вот в одном, как не экземпляре сказать, а одновременно... составив в таком трехтомник по 752 страницы. Это полное толкование Нового Завета вместе с Откровением. С толкованием. Это большое толкование по всем святым отцам. Отец Геннадий Фас взял. Как это выглядит? Впервые за 2000 лет вот этот комплект вышел. Сразу толкование вместе с Откровением. Этого не было нигде. Но Господь нам позволил сделать. И кроме того, мы раскрасили 230... Гравюр Гюстава Доре. Это тоже в трех томах. По 80 картин. Полный лист без обреза. Итак. Вперед. Евреям 9.25. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно. С чужой кровью. Толкование. Но не для того вошел ныне в небо, чтобы и в другой раз войти, принося себя. Заметь, превосходство Христа. Тот каждогодно, Христос однажды. И в этом превосходство. Тот с чужой кровью, тельцов и козлов. Христос же со своей собственной.